Детская комната в ГИБДД – это не только место отдыха для малышей, но и класс для изучения основ безопасности. Также здесь разместились лучшие работы ЮИДовцев, главных помощников инспекторов дорожного движения. У нас в каждой школе созданы отряды юных инспекторов дорожного движения. У нас их на сегодняшний день уже 50 действует. И в каждой школе есть преподавательский состав, которым этим занимается, есть определенные отряды. Ну и, соответственно, в этом обучении участвуют также и инспекторы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Детская комната будет работать для всех, так что посетить ее смогут не только юные помощники инспекторов, но и любой желающий. Мы ждем, что эта комната не будет пустовать, будет постоянно, значит, наполнена детьми, которые на конкретных примерах с опытными сотрудниками будут изучать основы правил безопасности дорожного движения. Открытие детской комнаты приурочили к 85-летнему юбилею отдела пропаганды ГИБДД. На торжественное мероприятие по этому поводу приехали не только официальные лица, но и байкеры. Их мотоциклы вызвали огромный интерес у юных зрителей праздника. Сделать фотографию с байкерами выстроилась целая очередь.